Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий. Очень приятно. Дмитрий, скажите, пожалуйста, как давно и откуда вы узнали о нашей компании? Года назад посоветовали друзья, как бы брали вас в машину, все были довольны. По этому поводу решили тоже обратиться в ваше село за помощью. Ясно. А почему решили обратиться именно в РДМ? Просто наставление, как вы говорили, то, что у вас все это без задержек, все очень быстро. Как бы, а авто требовалось все срочно, как бы, быстрее время. Ну, в кредит, по-моему. В помощи, вот, и еще точно. Кредит, вот, не хватало денег, конечно. Вот, наша фирма предлагала очень хорошие условия кредита. Ясно, спасибо. Так, а какой автомобиль вы приобретали? Toyota Chaser 2001 года. Доволен выбором? Очень доволен. Я знаю, все, я понял. Эту машину он очень знал до этого. Это красиво. Машина действительно хорошая. А можете рассказать вкратце историю приобретения автомобиля? Когда пришел к вам, естественно, первый вопрос состоял в кредите. Получение кредита. Довольно это произошло как бы быстро, в течение 4 дней. И в оконцовке при получении мы начали рассматривать несколько вариантов автомобиля. Естественно, все посмотрели, все узнали, всю историю про автомобиль. Это тоже очень удобно. Вещь, как бы, когда знаешь историю автомобиля, кто ездил, как, ну, не то, что как ездил. Состояние. Хозяин, тогда состояние автомобиля, все это. Мы определились на одном варианте. И сразу в течение 10 дней я уже ездил в своем автомобиле. Все благодаря вашей фирме. Супер. А скажите, пожалуйста, Дмитрий, а насколько можете оценить работу специалистов компании? То есть кредитный отдел, менеджер по подбору автомобиля, да, при заключении и подаче заявки. Как вам понравилось, насколько? Ну, даже я все отлично, все замечательно. Сотрудники очень общительные, очень вежливые. Все произошло, даже не заметил. Очень быстро. Помогли мне очень. Сотрудники салона. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-либо предложения по нововведению, может быть, в компании? Ну, я думаю, как бы компания давно на рынке, как бы очень значимая компания. И, в принципе, ей можно попробовать давать кредиты, делать рассрочку внутри салона, как бы, не касаясь банка. Как бы, без участия банка, как бы, думаю, и для клиентов удобно. Я считаю, что это очень удобно будет при всем вашем удобстве. Понял вас. Ладно, все, у меня вопросы закончились. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Всего доброго.